Так, всем привет! Сегодня, значит, приобрел наушнички такой себе, значит, известной марки, которая распространена в Европе, в России, в Украине, в многих других европейских странах она имеется. Так что есть смысл снимать обзорчик на эти наушники. Такие наушники у меня уже когда-то были, это фирма COS. Такая вот у нас упаковочка. Вот у нас параметры. Кос. Были у меня когда-то такие наушники, и они что-то очень долго прожили у меня. По-моему, больше года. Или что-то такое. Короче, долго-долго я их носил. Единственная у них проблема, как и у всех наушников, это кабель ломается. Постоянно этот самый движение, так сказать. И вот здесь, в этом основном, или в основании на 3-5 мини джек, лопается кабель. А еще есть одна проблема. Сейчас я не раскрою. В общем, поехали. Распакуем наушники. Тут у нас в коробке больше ничего нету. Наушники всякие. Так, это что у нас? Гарантийный талон, походу. Угу. Гарантийный талон даже к ним идет. Тут инструкция. Походу, ну. И что это? Какая-то что, макулатура. Ладно. Так. Открываем нашу упаковочку. И здесь у нас есть еще две дополнительные заглушки для уха. Вот такие вот они у нас наушнички. Как видите. Кос. У нас правое ушко. Фокусируйся, давай. Вот такие вот они у нас наушнички. Неравномерно как-то сделано покрытие. Не гладкое, там гладкое, короче, их выливают, в чем-то видно, и остаются всякие, и вон, с ними посмотрим, что там, там трубочка идет, вот эти, короче, фишки, они сжимаются сначала вот так вот, а потом вставляете в ухо, и она разбухает, принимая его форму, в общем, хорошо закрывает ушную раковину, и вы хорошо слышите звук. Звук довольно хороший, хороший бас. Вообще, замечательные наушники. Стоят они в районе $20. Тут у нас вот такой вот мини-джек 3,5 мм. Фокусируйся. Тут не хочет. Так. Вот, и как я уже говорил, ломается кабель либо здесь, либо в основании возле уха. Еще может ломаться со временем сама вот эта штучка. Вот, поэтому стоит пользоваться аккуратно. Ну, как бы поначалу все в порядке, но со временем, сами понимаете, усталость материалов, и они начинают того. Да и вообще, в принципе, как бы наушники, они, как правило, больше года не живут. Ну, такие вот они, не идеальные, все ломаются. Вот, и очень такой большой недостаток, наверное, или не недостаток, потому что по истечению года, как бы, вот он тоже наушники меняем, вот эти вот беруши, короче, они очень хорошо собирают в себя все, значит, наши ушные выделения. Моешь ты уши, не моешь, без разницы. Жир, жир, который кожа выделяет, все, ну, значит, впитывает. Это губка такая себе. Вот, и со временем они выглядят, конечно, не камильфо, но, слава богу, к ним идут запасные вставочки, то есть испортились, поменяли на другие. А если наушники еще целые, я, правда, не знаю, не смотрел, можно ли купить вот эти вот накладочки отдельно. Ну, в принципе, можно посмотреть. Вдруг чего, мало ли, вдруг есть вот такие вот наушнички. Длина кабеля хорошая, приблизительно где-то сантиметров, ну-ка, сантиметров 80.
длина. Кнопки они не имеют, то есть они без кнопки, те, у кого там, для кого это принципиально важно, то учитывайте, потому что на ходу музыку переключать не получится, нет кнопки, поэтому придется доставать телефон или плеер и переключаться. Также здесь нету динамика, чтобы разговаривать, ну, микрофона, то есть разговорного, они без него идут, это чисто музыкальные наушнички. Здесь у нас правое и левое ухо. Ну, по факту, в принципе, разницы-то особой и нету, в какое ухо вы куда ставили. Форма у них одинаковая. Вот, и у меня такие наушники прожили очень долго. Год это точно. А если быть точно, то точно я не помню, сколько они прожили. Вот, ну, помню, что я их очень долго таскал. Вот, и как-то одно время мне не попадались, такие наушники не было. Поэтому приходилось ремонтировать мои. Вот. У меня, конечно, есть другие накладные, но как-то мне не очень хорошо чувствую себя, когда таскаю на голове большие уши, там, вот эти, которые любят там некоторые походить с ними. Мне такое не нравится. Так, здесь у нас на коробочке еще что-то даже написано. Импортер. Микротех какой-то, улица Киев. Так, так. Материал. Металл, пластик. А где же у нас здесь металл? Металл, наверное, имеется в виду внутри там, потому что здесь все пластик. Все пластик. Металл, пластик, наверное. Вот же он имеется в виду. Металл. Ну да. Конечно. Так, ну и, собственно, все. А особой там такого у нас ничего нету здесь. Не потребует. Короче, не требует обязательной сертификации. Здесь у нас штрих-код производителя страны, откуда они, значит, к нам прибыли. А эти наушники у нас в Украине не производят, их завезли. Наушники COS Z-Plug. И название, кстати, вот полное название. Наушники COS Z-Plug. Так, так. COS Corporation, туда-сюда. COS UK. Так, еще Великобритания. COS UK. UK это же Великобритания, по-моему, да? Англия еще. Прикольно, прикольно. Частотный диапазон у нас здесь все указано. 16 омов у нас здесь. Децибелов 112. Так. Все есть. Ну, есть, конечно, наушники посильнее. Но мне посильнее не надо, потому что оглохнуть раньше времени как-то не хочется. Поэтому будем пока с этими наушниками ходить. Вот. И, честно сказать, покупал я такие наушники уже очень-очень давно. Поэтому, ну, вроде как качество звука не поменялось. То есть такое же осталось, хотя я думаю, зачем им менять, если и так хорошее. То есть могли бы только улучшить, если что. Ну, не ухудшить это точно. Тем более, что марка довольно такая хорошая, которая специализируется именно на наушниках. Вот, ну, посмотрим. Беруши у нас, кстати, вот эти. Или как они там? Саглушки. Они одного размера, интересно. Одинаковые идут. Нет, нет. Они не одинаковые, они даже отличаются по форме. Эти получаются такие более заостренные, а эти вообще огромные люди. У кого там уши как у зайца, можно их ставить. Они по размеру отличаются. Те, которые на наушниках идут меньше, те, которые в комплекте идут дополнительно, они немножко больше. Ну, не намного по толщине где-то. Ну, для уха это, конечно, много. То есть по толщине здесь где-то примерно где-то на 1 или 1,5 миллиметра больше диаметр, поэтому думаю, ну, в принципе, подойдут всем, потому что даже эти мелкие, если у вас ушки небольшие, то вот эти маленькие просто хорошенько так сжали, вот у нас, как видите, и вставили в ушную раковину, и она потом разбухает и принимает форму вашего ушка. Так что такие вот делишки. Ну, я попробую, наверное, потаскаю и эти беруши. С этими я уже ходил. Нормально было. А может быть, с этими будет лучше. И на морозе, кстати, не обращайте внимания. Если будете покупать, и они на морозе будут прям так туго очень вообще сжиматься там и долго увеличиваться в объеме, это просто из-за холода замерзает.
и поэтому ему сложно, значит, быстро прийти в форму. Так что смотрите, ничего в этом страшного нету. В тепле они быстро все реагируют, тем более ухо у вас теплое, вставили оно там по бырику, раздулось и все нормально. Так что вот такие вот у нас наушнички, значит, приехали. Мне их звучание нравится, все нравится, значит, буду пользоваться. Всем советую, и стоимость у них, кстати, небольшая, 20 баксов. Вот такие вот делишки, всем спасибо за просмотр, комментируем видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Пока!